Итак, оттуда, чтобы его тоже было видно. Не только там будет видно, все будет видно. Все, весь район будет видно. Да, весь район будет видно. Весь район. Весь район. И вот мы идем, идем по улице Матросова. И тут такие интересные машины. 30 лет октября. Да ради бога. Запомни. Хоть колхоз Красная Дышла, какая разница. А тут, а вот, собственной персоной, кого вы могли здесь ожидать увидеть, это сам Боттичелли. Вы видите, какие у него инструменты. Супертехнологические. Этими инструментами только писать картины, которые будут стоить миллионы и будут лежать в самых лучших коллекциях мира. Вы не хотите нам представиться и сказать пару слов? Питер Вальтер фон Браун Зименс Вильхем. Дизайнер этой стены. Петро, ты так долго свое имя говорил, что я аж забыл, про что я снимаю. Про что я снимаю. А так нет, я просто шучу, ребята. Ну, здесь действительно творятся чудеса. Вообще, изумление. Да. Чудеса чудес. Да. Вот. Мы продолжаем наш художественный джем. Да. Да. Давай теперь по-нормальному. Представь, Питер Вальтер фон Браун. Нет. Знаешь как? Питер Вальтер.